едем сейчас к замку, называется Вина. Как замок называется? Кумакьяма замок? Хохен? Хоенцоллерн. Вот он наверху, на верхушке горы. Снег сегодня не очень большой, растаял уже. Но замок высоко, я так думаю, к нам подниматься и подниматься к нему. Еще чуть-чуть, и мы уже подъезжаем. А еще хотела сказать, в этом замке снимали фильм про спящую красавицу. Это я в интернете вычитала. Рядышком такие поселки. Вот такой замок. Все-таки красиво. Весной, наверное, летом здесь еще красивее, когда все зеленое.